Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире телеканала «Новороссия» итоговый выпуск новостей. В студии для вас работает Дмитрий Подорожник. И далее о главных событиях этой недели. Министерство обороны Донецкой Народной Республики предоставило очередной отчет о ситуации на фронтах государства. Обстановка на линии соприкосновения за прошедшие сутки обострилась. Противник, нарушение всех договоренностей, 20 раз обстрелял территорию республики. Обстрелом подверглись район населенных пунктов Зайцево, Набережная, Жабичево, Спартак и район аэропорта города Донецк. Всего по территории республики было выпущено 26 мин калибра 82 мм, произведено около 100 выстрелов с БТРов, БМП, СПГ и АГСов. Украинская сторона продолжает вести обстрел населенных пунктов буферной зоны. Так, из населенного пункта Гнутово произведен обстрел из БМП по населенным пунктам Коминтерного. Кроме того, разведка Донецкой Народной Республики продолжает фиксировать факты перемещения и сосредоточения вооружения личного состава противника с целью подготовки к наступательным действиям на Мариупольском направлении. Населенный пункт Заможная, 2,5 километра от линии соприкосновения. Отмечена выгрузка двух понтонов, предназначенных для обеспечения переправы через водную преграду военной техники личного состава. Населенный пункт Павлополь, буферная зона. Отмечено прибытие взвода личного состава вооруженных сил Украины для проведения зачисток среди местного населения. Командование вооруженных сил Украины в ходе подготовки наступательных действий на Мариупольском направлении в период с 7 по 14 января проведен негласный опрос личного состава подразделений, в ходе которого было установлено, что военнослужащие морально не готовы к ведению боевых действий. В этой связи военным руководством основной упор в ходе планируемых действий ставится на иностранные подразделения, а также радикальных исламистских боевиков, прибывших воевать за правительственные войска Украины из Исламского государства. На настоящий момент под Мариуполем находится до 2 батальонов боевиков из Польши, Грузии и арабских стран, которые готовы по первой команде выдвинуться в район населенного пункта Широкино для проведения провокаций. Отдельно требует внимания вчерашний инцидент, произошедший с представителем миссии ОБСЕ. В ходе восстановительных работ газовой магистрали под Маринкой произошел обстрел автомобиля международной мониторинговой миссии диверсионной группой украинских спецслужб. Обстрел велся из стрелкового оружия по задней части автомобиля, в результате чего одно стекло было пробито. Хочу обратить внимание на ряд фактов, которые демонстрируют причастность к диверсии украинской стороны. Первое. На проведение работ именно в этот день настаивала украинская сторона. Второе. Автомобиль до ближайших позиций армии ДНР находился на расстоянии более 1 километра, что делает невозможным прицельное применение стрелкового оружия. Третье. Пострадавший автомобиль приехал с территории подконтрольной вооруженных сил Украины и на территории республики ранее не находился. Четвертое. Попадание пули произошло в единственное небронированное стекло автомобиля ОБСЕ, при этом все остальные автомобили были бронированы по всему кругу. И это говорит о том, что диверсанты знали, куда стрелять. Пятое. Пострадавший джип был оставлен представителем миссии ОБСЕ на открытой площадке отдельно, на значительном удалении от остальных автомобилей, прибывших вместе с группой. Шестое. Представители миссии до сих пор не нашли или скрывают пулю, которая влетела в салон автомобиля. Но самое интересное, что пресс-центр штаба АТО на своей странице в Фейсбуке отреагировал на факт обстрела ОБСЕ быстрее, чем об этом узнали сами представители миссии. При этом, чтобы не вызывать подозрения ко времени опубликования своего первого сообщения, представители АТО через час изменили время публикации путем редактирования текста самого заявления. Также нас беспокоит заявление по данному факту Александра Хука, который, не дожидавшись проведения расследования, уже сейчас политизирует ситуацию с обстрелом. Видимо, поэтому представители миссии ОБСЕ отказывают следственным органам ДНР в сотрудничестве по факту обстрела автомобиля. Из этого складывается впечатление, что в данной провокации заинтересована не только украинская сторона, но кто-то еще. В ночь на 15 января минометному обстрелу вооруженных сил Украины подвергся поселок Коминтерново, по которому было выпущено не менее 10 мин. Сгорели два дома. На место приехала группа делегаций в составе председателя ОБСЕ под руководством замглавы миссии Александра Хуга, сотрудников совместного центра режима прекращения огня в Донбассе и Министерства обороны Донецкой Народной Республики. Цель визита – фиксация нарушений режима прекращения огня. Вместе с местными жителями представители делегации осмотрели и зафиксировали последствия атаки вооруженных сил Украины.
Это было в тот же день, когда вы показали там в начале улицы. Да, да, да. Yes. Это было 31 декабря. So, 31st of December. Вот это вот, вот забор вывалило, он вокруг дома попадало, все по... В ходе визита Александр Хук пообщался с местными жителями, которые мужественно переживают нелегкое для них время. I know yesterday it was very loud here. Я знаю, что вчера очень громко было здесь. Ой, страшно. It was horrible. You live on your own, ma'am? А вы сами живете? Сама. Yes. You have anyone helping you? А кто-то вам помогает? Yes, люди помогают. Обстрелы со стороны ВСУ, по словам жителей Коминтерного, здесь происходят часто. Обстреливают сильно, очень сильно. Минометный обстрел, это вот сейчас вы приехали, нету. Вот вы сейчас уедете, и нас начнут обстреливать. Это уже закономерность. Обстановка напряженная, люди нервничают. Не первый день уже обстреляли поселок с украинской стороны минометами, 82-ми, АГСами и стрелковым оружием. На территории Коминтерного нет военных. Это так называемая серая зона. Представители Минобороны ДНР прибыли сюда в качестве сопровождающих миссии ОБСЕ. Саперы обследовали места обстрелов. Вот это вот, это остатки. Это просто. Тур. И вот они, короче. Противотанковая управляемая ракета. И это все в огородах? И в домах тоже. Это СПГ. Это СПГ-9. У него как раз это СПГ-9. Вот это? Да. Часа в три дня. Вот это все началось, и дома нету. Как вот теперь хозяйка приедет и посмотрит на это? Ничего плохого никому не сделала. Обстрел долго был вообще? Долго. В пределах часа. Минометы летят. Оно как-то перестало одно время. Минут 10 затишье было. А потом опять начался обстрел минометный. И по огородам шло, и по улице шло. И вот там вот лежит перед нашим двором две воронки. И... А уже дом не могли тушить. Второй раз, когда начался обстрел, дом уже не могли ребята тушить, потому что, ну, сами же понимаете, когда идет обстрел. Жители Коминтерного, несмотря на перемирие и минские договоренности, подвергаются обстрелам со стороны ВСУ. Но эти люди продолжают надеяться на то, что их село перестанет обстреливать украинская армия. Дядя Ильиный снаряд в крышу, наверное, попал. Да я не знаю. Марина Еремченко, Новороссия ТВ, Коминтерного. Председатель Народного совета Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал журналистам о результатах переговоров контактных групп в Минске. Считаю, что переговоры прошли достаточно сдержанной атмосфере, потому что мы прекрасно понимаем, с одной стороны, что необходимо добиваться более эффективной работы, и нам необходимо работать на результат, но позиции достаточно разнятся, то есть и никакого сближения кардинального достигнуто не было, не то что за последнюю встречу, за весь, наверное, 2015 год. И сейчас, конечно же, мы не ждали никаких там резких улучшения или ухудшения, то есть нужно продолжать работать. Очень
наверное, будет помогать уже появление полномочного представителя, это Бориса Вячеславовича Грызлова, то есть политик такого уровня, то есть специалист такого уровня, ну, наверняка сможет внести свою лепту в регулирование конфликта. Но как покажет, пока уже, наверное, ближайшие встречи, ну, это зависит еще и от Украины. Да? Украина тоже должна руководствоваться какой-то здравой логикой, да, здравым смыслом, а не так, как мы видели до этого происходило со стороны Киева. Глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко заявил, что Совет министров Донецкой Народной Республики вскоре примет постановление о выдаче паспортов республиканского образца. В ближайшее время будет принято решение Совмина, которое потом подтвердит Народное собрание о выдаче паспортов жителям Донецкой Народной Республики. Это буквально осталось несколько суток. Напоминаем, что вопрос о возможности введения в ДНР собственных паспортов ранее поднимался неоднократно. В частности, в августе 2015 года глава республики подтвердил, что этот вопрос находится на обсуждении, но решение на тот момент принято не было. Успешное ведение бизнеса предпринимателями является основным фактором наполнения налогами бюджета любого государства. Бизнес должен существовать в республиках, и мы должны помочь ему выходить на внешние рынки. Отметил в своем выступлении Денис Пушилин, председатель Народного совета ДНР, на встрече с луганской делегацией, которая состоялась 17 января. Надо отдать должное, что у нас уже товарищеские встречи футбольные проходили. Пришло время теперь и в политическом русле делать вместе шаги. Да, мы декларировали о том, что Луганская и Донецкая Народная Республики – это единый организм, это единая идея, это единая цель. Сегодня пришло то время, когда нам нужно действительно теперь показать это делом. Слова словами, но здесь живут люди, как в Луганской, так и в Донецкой Народной Республике. Мы все братья по крови, мы здесь, на этой земле выросли. Соответственно, мы не можем делиться, кто-то лучше, кто-то хуже. Цель одна, на самом деле, это благосостояние нашего народа. В ходе заседания представители народных республик обсуждали необходимость и основные перспективы межпарламентского взаимодействия ДНР и ЛНР на законодательном уровне с целью синхронизации рабочего процесса. В планах сторон, представляющих республики, уже на следующую встречу запланирована обширная программа. Подписание меморандума, межпарламентское соглашение. Также будет подписан регламент подобных встреч и пошаговое взаимодействие в согласовании основополагающих законопроектов. Сегодня мы фактически провели подготовительную встречу, определили шаги и фактически оговорили ближайшую встречу, на которой будет подписан уже непосредственно меморандум. Датах планируется проведение встречи? Планируем до конца января такую данную встречу провести. Данная синхронизация весьма важна, потому что нам необходимо определенный задел сделать для того, чтобы наши граждане понимали, что они являются неким единым целым, для того, чтобы было понимание на той стороне Украины, куда они стремятся, что они получат и какие будут преимущества. То есть нам необходимо дальше приступать к последующим шагам. Те большие, высокие, скажем так, заявления, которые звучали со сцен митингов еще, да, то есть эти декларации, чтобы они сейчас начали реализовываться в жизни. Оксана Волчонок, Станислав Мухин, Геннадий Горбунов, телеканал «Новороссия», город Донецк. Представители парламента Чехии и Моравии приехали со знакомительным визитом в Донецкую Народную Республику. Побывав в пострадавших от обстрелов в ВСУ районах Донецка, чешские депутаты встретились с журналистами и поделились своими впечатлениями от увиденного. Видели целиком разрушенный Донецкий аэропорт, посетили дома возле аэропорта, где до сих пор живут люди. Видели, в каких они живут условиях, и с ними тоже говорили. Мы посетили их дома, и многие из этих людей уже не живут в нормальных домах, живут в условиях, которые после того, как прошла война, им остались. Для нас это нам трудно о том говорить, потому что это мы не ожидали в начале 21 века, что можно встретиться с такими последствиями войны в Европе. Но просто случилось. Очень много на нас повлияли следствия пробоин, которые на многих местах до сих пор. Там на метре квадратном тысячи пробоин. То до сих пор я нигде не видел.
Мы говорили с бывшими пленными, которые нам рассказали о своей жизни в плену на Украине, о том, как они работали, как работали силовые структуры, не только украинские, но тоже наемники, о которых многие СМИ пишут, что их здесь не было. Для того, что они нам сказали, подтвердило мое мнение, что здесь иностранные силовые структуры били и воевали. Мы тоже видели ранения, которые получили эти пленные, говорили и с, гражданскими пленными, которые попали в плен. Но это просто очень сложно говорить. Мы получили многие документы, которые говорят о том, какая жизнь в плену. И получим и белую книгу, а будем стараться это все сказать у нас в Чехии, средства массовой информации, и людям, чтобы поняли, что не все то, что идет по телевизору, что можно читать в газетах, что не это все правда, надо правду видеть здесь. А я думаю, что мы не последние депутаты, а не только с Чехии, но и с других стран, которые сюда приехали. Я думаю, что надо найти больше таких людей, которые могут посещать это место, увидеть эти наследства войны. Тоже познакомились с гуманитарной ситуацией, которая здесь. Видели, что местные власти решают, а это очень сложно, потому что в некоторых местах еще можно ожидать огонь. Мы там вчера, когда были возле аэропорта, так несколько километров от нас попал какой-то снаряд и был взрыв. Так кажется, что обосновка еще не полноценна, как в миру, как я сказал. Я думаю, что надо искать дорогу, чтобы был обеспечен мир на этой и на другой стороне, но надо каждому дать возможность выбрать себе свою дорогу. А какие-нибудь экономические или силовое давление, это, я думаю, что это не решение на этой ситуации, этой обстановки. В конце пресс-конференции первый заместитель министра иностранных дел вручил почетным гостям ценные подарки. Вам спасибо. Ну, это тоже. Спасибо за пожелание. Еще одно. Спасибо. Я очень был рад вас видеть. Дмитрий Зиньковский, Виталий Чех. Специально для Новороссия ТВ. 14 января в здании Министерства иностранных дел Донецкой Народной Республики прошла встреча представителей Франции и Чехии с адвокатами республики и военными армии Новороссии с целью сбора фактов военных преступлений против жителей Донбасса. Сегодня у нас в нашем министерстве гости, иностранные гости. Гости из Франции, гости из Чехии. Французская делегация, которая посетила руины Донецкого аэропорта и город Дебальцево, рассказала о причинах своего приезда в ДНР. Прежде всего мы прибыли в Донбасс в качестве наблюдателя для того, чтобы зафиксировать все то, что мы здесь сможем увидеть, услышать, и для того, чтобы передать всю эту информацию во Францию. Присутствующие на встрече представители Совета адвокатов Республики передали французским коллегам собранный фактологический материал о преступлениях украинских военных для дальнейшего его распространения среди широкой общественности Франции и Европы. Во-первых, хочется отметить важность вашего приезда в нашу республику, потому что в этом есть и политический, и, конечно же, такой глубокий профессиональный юридический смысл. Потому что сам факт посещения адвокатов и политиков нашей территории говорит о том, что наша республика начинает признаваться иными странами. Здесь зафиксированы свидетельства потерпевших от бесчинств Украины. В первую очередь военнопленные и гражданские, которые были задержаны, подвергнуты пыткам. Ну вот, собственно, то, о чем вам сейчас рассказывали люди. На встречу также были приглашены побывавшие в украинском плену военные и гражданские, которые рассказали французским юристам о том, что им пришлось пережить. Полтора суток они разрешали туалет. На головах были мешки и сверху еще скотчем. Жестко затягивались, что потом пальцы не работали. Людей убивали, загоняли на минное поле, скованных цепью. Там людей держали в ямах с трупами. Они сняли потом мешок, потому что у меня вот здесь вот прорез, у меня вот здесь ножом и вот здесь порезано.
Они мне хотели выколоть глаза. У меня сейчас и фиброма в голове, тоже надо оперировать себе. И переносится, перебито. И вот здесь вот перебито. Но оно срослось. Итоги встречи представитель французской делегации прокомментировал так. Они очень много поняли сейчас. И что они поняли, это что проблема Донбасса – это информация. Информация. Дать в Европе информацию. Nous sommes venus en observateurs impartiaux, juste pour écouter et rapporter ensuite ce que nous avons entendu et ce que nous avons vu. Здесь мы хотим просто посмотреть, понимать, слушать и потом в Европе отдать, рассказать, объяснить, что мы видели здесь. Дмитрий Зиньковский, Станислав Мухин, специально для Новороссия ТВ. 14 января глава Донецкой Народной Республики посетил с рабочей поездкой города Иловайск и Шахтерск. Основной целью визита было вручение ключей от новых домов, построенных специально для тех, кто лишился жилища в ходе ожесточенной войны на Донбассе. Хорошо сделано, оборудование, во-первых, современное поставили оборудование, очень хороший газовый котел, газовая печка хорошая, батареи современные же поставили, посмотрите, пластиковое отопление, ну все, вот все необходимое для жизни у нас есть. Напомним, что эти дома возводились по программе восстановления 111 частных домов. По словам главы, есть определенные трудности, связанные с погодными условиями и общей ситуацией в республике. Но в целом программа восстановления проходит по плану. Годом поздравляю! Спасибо. Желаю счастья, здоровья, любви! Спасибо! Чтобы в доме всегда был достаток, богатство! О, это хорошее пожелание! Чтобы дети, родители слушали! Никаких бед больше не случилось. Спасибо вам. Спасибо большое. Вам большое. Открывайте сундуки, доставайте печенье. Пожалуйста. Присаживайтесь. Здравствуйте. Спасибо, что приехали. Семья, которая здесь живет, она совершила свой личный гражданский подвиг. Они сохранили семью, хотя пострадала очень сильно, получила, оторвала ногу и супруге, и ребенку. И поэтому решили, что эта семья будет обеспечена не только жильем, она обеспечена будет всем необходимым для комфортной жизни. То есть бытовой техникой, телевизором, диванами, мебелью. Даже больше скажу, что эта помощь там не ограничивается. И государство за именно этой семьей будет наблюдать и оказывать всевозможное содействие. 12 января глава Донецкой Народной Республики вручил ключи от автомобилей марки «Славута» военнослужащим армии ДНР, которые получили ранения в результате боевых действий. Во время торжественного вручения также присутствовал министр обороны ДНР Владимир Кононов. По его словам, бойцы, которые были представлены к награде, получили ранения различной степени тяжести – либо потеря ноги, либо ранение позвоночника – и заслуживают на более высокую награду. Владимир Ильинов пошел в ополчение в мае 2014-го. Тяжелое ранение получил под поселком Еленовка, но до сих пор считает, что его благополучие неотделимо от судьбы Родины. Владимир говорит, что счастье будет, когда придет мир на нашу землю. Мино-взрывное ранение накрыло миной при наступлении. Что? Вылечили, выходили доктора. Спасибо им. Государство – это все, говорится, ребята, которые меня окружают, это все это государство. Конечно, все помогают. 10 автомобилей для Министерства обороны ДНР передали из Центра управления восстановлением Донбасса. Глава поставил задачу их отремонтировать. Восстанавливали на свои средства, а также привлекали спонсоров. 2 автомобиля было выдано ранее, 4 находятся еще в процессе ремонта. Эти машины с ручным управлением специально для людей с ограниченными возможностями. Сейчас вот еще четыре будут также в процессе восстановления. И буду разговаривать с Александром Владимировичем, потому что нужно еще хотя бы 4, чтобы с каждого подразделения хотя бы получили по одному автомобилю ребята, которые пострадали у нас на передовой. Маргарита Миронюк, Геннадий Горбунов, Новороссия ТВ. Представители оборонного ведомства Донецкой Народной Республики доставили в Гуровку более 20 тонн продовольствия и 170 подарков для детей. Об этом сообщил заместитель командующего корпуса Минобороны Республики Эдуард Басурин. Вместе с заместителем министра обороны Сергеем Великородным доставили в Гуровскую епархию более 20 тонн продуктов питания. Все они будут переданы жителям прифронтового города, отметил Эдуард Басурин. По его словам, для детей из поселка Зайцево на севере Гуровки и юных пациентов городского центра реабилитации для детей-инвалидов передали более 170 подарков. Мы обязаны
людям помогать, которые вот находятся в очень тяжелых условиях. Здесь очень тяжелые условия. По разным причинам. И линия фронта, и общая ситуация, и что зима. Мы просто обязаны им помогать, чтобы люди от нас потом не отвернулись. Напоминаем, что 13 января представители Министерства обороны республики доставили около 100 килограммов продуктов питания жителям пострадавших от обстрела ВСУ районов на севере Донецка. В оборонном ведомстве тогда отмечали, что намерены продолжать работу по доставке гумпомощи в прифронтовую зону. А 13 января инспекторами группы надзорной деятельности Государственного пожарно-спасательного отряда города Донецка в Ленинском районе был проведен рейд по частному сектору по предупреждению возникновения пожаров. Цель проведения профилактического рейда – проверка противопожарного состояния жилых домов с печным отоплением. Объектами инспектирования стали ветхие бараки, где проживают многодетные семьи и дома частного жилого сектора Ленинского района города Донецка. Люди пренебрегают правилами пожарной безопасности. Вот мы видели, опять же, та же печка с нарушениями правил пожарной безопасности, имеются трещины. Дымоход не оштукатурен. Вот, значит, ну, по электричеству тоже есть большие недостатки. Та же электропроводка ветхая. Ну, как пообещали нам, опять же, я хочу сказать, что в этом доме находятся дети, вот, поэтому пообещали нам, будут исправляться, семья молодая. Вот, скажем так, не так, как мы были вот у бабушки, которая, она здесь живет сама, сложно. Здесь семья молодая, поэтому я думаю, что исправится, будет все замечательно у них. Количество ревизионных рейдов было решено увеличить в связи с возросшим количеством бытовых пожаров, вызванных нарушением гражданами правил эксплуатации домашних печей и отопительных приборов. Проводим рейд сейчас по пожарной безопасности, по предупреждению. Сразу или нет? По предупреждению пожаров, гибели. Вот. Если возможно, вот, чтобы мы зашли к вам, вот, посмотрели, как у вас, я так понимаю, печное отопление, наверное. Вот, может, дали вам рекомендации, вручили вам памятки, листовки. В ходе рейда внимание инспекторов было обращено на состояние печей, дымоходов, розеток, выключателей, нагревательных приборов, электрооборудования и состояние электропроводки в частных домах. Светлана Алексеевна, ну расскажите, вот об инспектируемом объекте, тут много видно нарушений, вот можете конкретно по ним... Ну, видно, что до отопительного сезона и в течение долгого времени ремонт печи на твердом топливе не проводился. Так как мы видим, трещины, притопочный лист отсутствует размером 0,5 на 0,7 метров. Видим, что дрова лежат. Если топка двери печи будет открыта и попадет огарочек, произойдет пожар. Также мы видим, что сушат дрова. То есть этого не должно быть? Нет, этого не должно быть. Правил, это грубое нарушение правил при эксплуатации печи на твердом топливе. Работниками МЧС были даны гражданам необходимые рекомендации по эксплуатации обогревателей и газового оборудования, а также вручены памятки по пожарной безопасности. Дмитрий Зиньковский, Елена Чистякова, специально для Новороссия ТВ. 16 января для детей, членов профсоюзов из малообеспеченных и многодетных семей, а также тех, чье жилье пострадало в результате боевых действий, состоялся утренник под названием «Рождественские колядки». Пригласили детские коллективы, музыкальные такие, самодеятельность нашу. Взрослые коллективы пригласили, потому что нужно выступать, нужно, люди должны повышать свой творческий уровень. Поэтому вот так вот, вот в таком вот духе мы и проводимся. В основном все это стало быть возможным благодаря помощи наших земляков, которые сегодня проживают и трудятся в городе Таганрог Российской Федерации. Они закупили подарки, они знают наше положение тяжелое. Они очень сильно переживают за нас и всячески помогают. Они организовали поездку туда, в Таганрог. Возил я лично детей наших туда, вот. Там были такие замечательные экскурсии, вот такие, такого духовного плана. Все было великолепно. И вот они нам и здесь помогают сегодня проводить вот эти вот мероприятия. Ребята разного возраста выступали наравне со взрослыми. Звонкими песнями и яркими танцами они показали всю красоту народного искусства и фольклора. Зал с теплотой принимал юных артистов и поддерживал аплодисментами. Yeah.
Как говорят в народе, святки гуляют от звезды и до воды. А значит, праздничные дни будут продолжать радовать нас и дальше. Кристина Крымова, Вячеслав Богайчук, Новороссия ТВ. Светлый праздник, Старый Новый год, депутат Народного совета ДНР от фракции «Свободный Донбасс» Мирослав Руденко посетил Калининский центр детского творчества, где царит поистине дружественная и теплая атмосфера. Работники центра продемонстрировали депутату работы своих воспитанников, многие из которых заняли первые места в городских и республиканских конкурсах. Все работы удивительные, выполненные в разных техниках. И самое главное, видно, что в них вложили душу. Одну из таких рукотворных картин олицетворяет еще стремление к миру подарили Мирославу Руденко. Сегодня подарили картину, которая олицетворяет вот именно стремление к миру народа Донбасса. И у нас комитет по образованию и культуре. Я в нашем кабинете, здании Дома правительства Народного совета, эту картину оставлю, чтобы все гости, кто у нас будет, гости, приглашенные, депутаты, чтобы они постоянно вот видели это изображение, это стремление. То есть вот ну, насколько здесь, по-моему, видно, насколько открыт народ Донбасса и к чему он на самом деле стремится. Да? А в отличие от тех каких-то западных пропагандистских штампов, которые нас пытаются навесить. Вот, хотелось бы пожелать и педагогическому коллективу, и всем кружкам, всем ребятам успехов дальнейших в работе и побед на конкурсах. Знаю, что Калининский район участвует в конкурсах и во многом победы в различных творческих мероприятиях они достигают благодаря тому, что работает вот данный центр, благодаря тому, что есть вот такие ребята и такие педагоги. Еще очень замечательно, что Галина Владимировна, руководитель центра, передала вот такую книгу про события в Одессе, про то, как интеллигенция из Российской Федерации осмыслила эти события, вот, и для того, чтобы молодежи было более понятно, что происходило и происходит на самом деле, вот в художественном виде подает эту информацию. И я думаю, я поговорю с представителями нашего Изборского клуба и исторического факультета. Возможно, в будущем мы организуем какой-то вот круглый стол, либо скайп-конференцию с ребятами, студентами Санкт-Петербурга и с автором этой книги, с Ириной Буториной. Подробнее о книге и о том, как она попала в Донецк, нам рассказала директор Центра дополнительного образования Калининского района Галина Плигачева. Судьба меня свела с писателем Ириной Буториной, кандидатом технических наук, профессором, который работает в Политехническом институте Санкт-Петербурга. Она сама из Мариуполя, человек, который душой болеет за то, что у нас происходит, за эти события, за нашу судьбу. И она написала книгу, которая называется «В Одессу на майские». Эта книга охватывает тот период, когда 2 мая произошли страшные события в Доме профсоюзов. И она попросила эту книгу передать на нашу территорию, чтобы наша молодежь читала эту книгу. Эта книга многому научит. Я просто вот прочитала ее и поняла, что она должна быть. Ее нужно читать. Не осталось без подарков и съемочная группа телеканала «Новороссия ТВ». Нам подарили удивительные фигурки из соленого теста и картины, выложенные разными группами, созданные руками талантливых детей. Алина Черняева, Елена Чистякова, «Новороссия ТВ». В Донецком государственном академическом театре оперы и балета имени Анатолия Соловьяненко состоялся концерт одаренных детей под названием «Рождественские перезвоны». Министерство культуры ДНР, Министерство образования и науки ДНР при поддержке главы Донецкой Народной Республики организовали это праздничное мероприятие, в котором приняли участие воспитанники школ искусств, дворцов культуры и учреждений дополнительного образования. Thank you.
Удивительная история по мотивам любимого мультфильма «Ну, погоди» в исполнении народной студии современного танца «Родничок» подарила всем зрителям заряд позитива, возвратив счастливые моменты детства. По завершению концертной программы на сцену вышел Александр Захарченко, чтобы поздравить детей и подарить им сладкие подарки. В свою очередь, благодарные ребята вручили главе республики картину и книгу. Хочу поздравить вас всех с Рождеством, с этими светлыми рождественскими праздниками, которые мы сейчас вместе с вами празднуем. И сказать вам огромное спасибо за то, что вы в вашем возрасте смогли добиться тех замечательных успехов, которые у нас сегодня все показали. Вы знаете, мы вами гордимся. Гордимся тем, что у нас растут будущие олимпийские чемпионы. У нас будущие композиторы, актеры, деятели культуры. Каждый из вас приложил немало усилий, чтобы этого достичь. Отдельно я хочу спасибо сказать родителям и педагогам, вашим наставникам. Дорогие дети, мы сейчас все живем гордо, свободной, красивой стране, с простым названием Донецкая Народная Республика. Посмотрите вокруг, вы видите красивые скверы, предприятия, театры. Это все то, что сделали ваши деды, прадеды, бабушки, дедушки, ваши папы и мамы. И самое главное, это то, что мы оставляем вам. Я уверен, что в скором будущем именно вы будете защищать честь, славу, достоинство нашей страны. Именно вы будете строить театры, дороги, возводить мосты, писать композиции, сниматься в фильмах. Именно вам мы отдаем все самое лучшее, которое мы имеем. Наша задача сохранить, а ваша задача приумножить. Поздравляю всех вас с праздником. Говорю вам всем вам большое спасибо. И еще, ребята, мы правда вами очень сильно гордимся. С праздником. Алина Черняева, Алина Боярская, Новороссия ТВ. 11 января в Донецке состоялась первая в 2016 году торжественная регистрация новорожденного ребенка. Мероприятие состоялось в Донецком городском отделе ЗАГСа. В семье Евсеевых это первое пополнение. Молодые родители с нетерпением ждали появления на свет малышки Полины. Теперь впереди их ждут множество счастливых и приятных моментов семейной жизни. А государственная регистрация о рождении станет самым первым и важным признанием прав нового человека. В этот день Валентина и Андрей Евсеевы скрепили своими подписями акт о рождении своей маленькой дочери, тем самым подтвердив свое желание растить малышку именно в Донецке.
Донецкой Народной Республики. Новый год мы отмечали в больнице, чему самый замечательный 16-й год. Это у нас папа мечтал всю жизнь, чтобы у него была дочь Полечка. Папа, ну вы счастливы, что все-таки дочечка у нас? Конечно. Всегда хотел девочка. Чтобы Поля была счастливой всю жизнь. Чтобы быстрее и война здоровая закончилась, она этого не увидела. Молодую семью поздравили исполняющие обязанности министра юстиции ДНР Елена Радомская и советник главы республики по правам ребенка Яна Чепикова. Родителям были вручены символические подарки и сказаны теплые поздравительные слова. По словам Елены Радомской, в 2015 году в ДНР появилось на свет около 9300 деток, а уже в этом году около 100 младенцев. Для меня, как для исполняющей обязанности министра, очень приятно присутствовать на первой актовой записи, которая совершилась сегодня в нашей республике. Вот сегодня мы зарегистрировали первого ребенка в 2016 году. Я надеюсь, что у нас будет в этом году большая регистрация новорожденных, так как в том году мы зарегистрировали много браков, много счастливых пар образовалось в нашей республике. Поэтому в этом году мы ждем рождения детей. Маргарита Миронюк, Елена Чистякова, Новоруссия ТВ. По инициативе научно-интеллектуального сектора Координационного совета студенческой и рабочей молодежи города Донецка для студентов донецких вузов кинотеатра «Кинокульт» состоялся показ документального фильма под названием «Океаны». Вы думаете, вы легко ответите на детский вопрос, что такое океан? Вы думаете, вы знаете, что такое океан? Мы решили, что эта картина будет наиболее актуальной и позволит нашей молодежи, нынешней молодежи Донецкой Народной Республики, узнать новое. Хотел бы выразить огромную благодарность непосредственно главе администрации города Донецка за подобную инициативу и, в частности, инициативу его подразделения. Данная документальная картина была выбрана не случайно, ведь поводом для спецпоказа была выбрана юбилейная дата со дня образования всемирно известной свободной энциклопедии «Википедия», которую по достоинству можно назвать информационным тяжеловесом в океане интернет-ресурсов. Мы думали, что какой фильм можно показать, который бы, ну, может быть, как-то соответствовал названию. И мы подумали, что Википедия – это можно назвать «Океан знаний». И вот сегодня мы хотим ребятам показать первый фильм – это об океане. Стоит сказать, что фильм действительно заслуживает самых высоких похвал. Съемки документальной ленты проходили в 50 различных уголках планеты и заняли более 4 лет. В съемках участвовало 15 кинооператоров, которые отсняли около 500 часов пленки, чтобы показать зрителю всю прелесть подводного мира и, к огромному сожалению, человеческую жестокость по отношению ко всей этой красоте. Его действительно интересно смотреть, он не скучный. Очень хорошая озвучка, очень хорошая, красивая атмосфера. Вообще фильм очень невероятно красивый. Фильм немного касается темы защиты природы, но все мы понимаем, что информация человеку дается для того, чтобы он хоть немножечко из этой информации применял для защиты природы. Анна Триксель, Елена Чистякова, специально для Новороссия ТВ. 15 января во дворце спорта «Шахтер» состоялось торжественное открытие 41-го открытого чемпионата республиканской специализированной детско-юношеской школы Олимпийского резерва по боксу среди мальчиков и девочек 2002-2005 годов рождения. На открытии чемпионата присутствовали депутаты Народного совета, а также председатель парламента республики Денис Пушилин, который сказал о важности такого рода мероприятий. Важное событие, как и любое другое спортивное мероприятие для жизни Донецкой Народной Республики, да и Луганской Народной Республики. Что хочу сказать, чем будет больше таких мероприятий, чем будет больше турниров, чемпионатов, тем будет больше возможностей для нашего молодого поколения действительно заниматься тем, чем им нравится, и тем больше будет пользы для их здоровья.
Открытый чемпионат прошел при поддержке Федерации бокса ДНР, а также Министерства молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики. Сегодня 41-й турнир, который проводится среди младшей возрастной группы 12-14 лет. Эти дети, которые многие впервые участвуют в республиканских соревнованиях и надеются показать как свое мастерство, так, естественно, пробить себе дорогу в большой спорт через вот такие ведомственные соревнования, на которых отбирается и сборная команда этой школы для участия в международных соревнованиях или в всероссийских соревнованиях на территории России. Юные спортсмены усердно и долго готовились к чемпионату. Анастасия Ушакова, которая одержала победу в поединке, рассказала после боя о своей подготовке к соревнованиям. Скажи, пожалуйста, ты сегодня участвовал в соревнованиях? Какое ты место занял? Первое. Расскажи о бое, как ты готовилась к нему? Я готовилась изо всех сил. Стояла с мальчиками, им давала апперкоты через правый прямой. То есть у тебя в спарринг-партнерах стояли мальчики, да? Да. А девочку легче было бить? Да. Пожелай что-нибудь другим детям, чтобы они занимались спортом? Чтобы все занимались спортом, чтобы у них было счастье, добра и чтобы у всех получилось заниматься, чтобы все стали чемпионами мира. На соревнованиях присутствовало более 100 спортсменов из различных городов ДНР, команда из Луганской Народной Республики, а также большое количество болельщиков, среди которых было немало родителей и юных спортсменов. Мой сын ходит в секцию бокса уже где-то с год. На бокс его отвел папа. Ну, он сам, конечно, захотел, но папа поспособствовал. Ему очень нравится, закаляется сила духа, мужественный стал. И ну, там появились друзья у него там. Я считаю, лучше повести ребенка на бокс, чем он будет на улице где-то неизвестно с кем гулять. Ему очень нравится, и он серьезно к этому относится и хочет стать чемпионом. Чемпионат продлится 3 дня – 15, 16 и 17 января. И в воскресенье пройдут финальные поединки за звание чемпиона. По итогам турнира всем победителям открытого чемпионата будут вручены медали и почетные грамоты. Дмитрий Зиньковский, Станислав Мухин. Специально для Новороссия ТВ. 17 января на тренировочном поле стадиона «Шахтер» состоялся первый в 2016 году матч в рамках зимнего первенства города Донецка по футболу. Команде «Оплот Донбасса» противостояла команда из нижней части турнирной таблицы «Изюм Авангард». Второй тренер футбольного клуба «Оплот Донбасса» Евгений Линд рассказал о том, как команда подошла к первой игре в новом 2016 году после паузы, вызванной праздниками. Мы готовились усиленно. В легкоатлетическом манеже, потому что на улице погодные условия не позволяют готовиться. Там тренировки в основном над физикой работаем сейчас. У нас практически больше половины команды переболели гриппом и до сих пор болеют. Так что тяжело было на эту игру подходить в оптимальной форме. Мы на эти игры акцент сильно не делаем, нам главное финальная часть. К ней подготовиться, выйти в хорошей форме. Несмотря на скользкое и вязкое поле, создавшее трудности в комбинационной игре подопечных Юрия Ященко, его команда смогла разгромить соперника в сухую со счетом 8-0, включая тот факт, что половина команды из-за болезни не смогла принять участие в этом матче. В первом тайме хет-трик Виталия Топала практически снял все вопросы о победителе этого противостояния. Но, как оказалось, основной удар «Оплот Донбасса» приберег на второй тайм. Два точных удара Топала во второй половине матча принесли в его личную копилку еще 5 голов. Также гол на свой счет записал Евгений Руденко. Закрепил итоговый счет матча Ярик Махно, оформив дубль в матче. 8-0. Уверенная победа «Оплот Донбасса». После поражения футбольного клуба «Макеевка» накануне Моспина УОРФ «Тормет» оплотовцы занимают 2-е место в турнирной таблице. Директор футбольного клуба «Оплот Донбасса» Руслан Чередников поделился с нами о планах Федерации футбола и самого клуба на вторую часть сезона. Ну, сейчас вот это зимнее первенство Донецка, оно будет еще 2 тура, 9 туров. После этого остаются 6 сильнейших команд, они будут в кусте играть, и тогда оттуда будет выходить победитель 1-е, 2-е, 3-е место. Ну и 4 команды, которые тоже останутся, они будут бороться как бы серебряная группа, мы назвали ее, и будут тоже между 4 команды между собой за 2 места бороться. А после этого уже будут стартовать у нас с апреля мемориал Старухина и Кубок ДНР, и уже летнее первенство Донецка. Сергей Михайлов, Геннадий Горбунов, Новороссия ТВ. 13 января в спортивном комплексе «Кировец» состоялся дружеский матч по баскетболу между командами Донецкой Народной Республики и Ростовской области.
Участниками мероприятия стали спортсмены с ограниченными физическими возможностями. Организаторами матча выступили Министерство обороны ДНР и Министерство молодежи, спорта и туризма. Потенциал у нас очень хороший именно в этом виде спорта. И наша задача стоит в том, чтобы его не упустить и развивать его дальше. И мы бы хотели посмотреть, что представляет команда Ростова. И после этого пойти дальше, может по Южному федеральному округу пройтись, тоже на Чеченскую республику выйти, потому что ну, это... Тот, который мы имеем багаж, мы должны его не растерять, а должны его использовать. По словам организаторов, идея такого матча возникла давно, но для того, чтобы ее воплотить, потребовалось много времени и усилий. Благодаря не капитану команды, а человеку, который все организовал, Рома Осипенко, мальчик из Ростова. Вот он директор общественной организации «Прометей». Собственно говоря, вот так вот мы с ним постоянно поддерживали связь. Договорились, очень долго к этому шли, но пришли. И вот ребята приехали к нам, не побоялись. Мы их встретили вчера на границе, привезли в гостиницу, накормили, напоили, спать уложили. Сегодня, надеемся, будет хорошая, интересная игра. И игра действительно получилась интересная. Спортсмены врывались в зону противника и забрасывали отличные мячи, которые могли позавидовать и профи. Кстати, о профи. Ростовские баскетболисты из клуба «Прометей» уже приезжали в Донецк. Вообще у вас добрая, хорошая республика. Очень приятно вам приезжать. Мы уже не первый раз у вас. Мы в мае были на фестивале по пулевой стрельбе. Вот. Ну и сейчас как раз у нас первое знакомство с вашей баскетбольной командой и товарищеский матч. Теплые, только теплые впечатления остаются. Радушный прием. Вот. Все доброжелательные люди. Ну и куча положительных эмоций. В прошлый раз ребята выражали свои эмоции добрые по поводу, как нас расселили, как нас приняли, как нас кормили. Да, там. Ну и мы на радостях забрали у вас в прошлый раз первое место. Вот. Этот раз, думаем, тоже хотя бы надо достойно биться. Но в этот раз ростовская команда потерпела поражение. Дончане обыграли гостей со счетом 58-20. Но несмотря на счет, обе команды уже победители в своем состязании с судьбой. Для того, чтобы понять, каково это быть человеком с ограниченными физическими возможностями, попробуйте не использовать один час руки или ноги. А эти люди так живут каждый день. И не просто живут, а играют и выигрывают. Неплохой пример для тех, кто лежит на диване и жалуется на трудности жизни. Дмитрий Зиньковский, Елена Чистякова, специально для Новороссия ТВ. А на этом у меня все. Я напоминаю нашим телезрителям, что за более подробной информацией вы можете обратиться на официальные ресурсы Новороссии ТВ, интернет-сайт и YouTube-канал. В студии для вас работал Дмитрий Подорожник. Я с вами прощаюсь. Всего доброго и не переключайте канал.